Алло. Майор, давно хотел тебе сказать. Уже лет 5 хотел тебе сказать. Нужно нам что-то в разведке менять. Какую-то новую струю подпустить. Что-нибудь оригинальное. Что? Ты как раз хотел предложить мне новый вариант? Да, хотел, товарищ полковник. Тогда немедленно зайти ко мне. Я уже здесь, товарищ полковник. Тогда немедленно сесть. Слушаюсь. Мобильный на стол. Слушаюсь. Что это за вид, майор? Это новый вариант формы для разведчика, работающего за границей под прикрытием, товарищ полковник. Неплохо. Оригинально. Свежо. А что, майор, если он в таком виде попадет в контрразведку, а? Один момент. Ой, как в городе, это в Манчестере, ой, занимался отец мой, да бизнесом. Ой, я сына своего неразумного, он послал обучаться, да в Кембридже. Что это? Что это было, майор? Ну, у разведчика, работающего за границей под прикрытием, должна быть легенда, верно? Я догадываюсь, майор. Вот я и подумал. А что, если это будет не легенда, а блина, товарищ полковник? Неплохо. Народные корни и так дальше. Неплохо. Но что-то смущает, майор. Что-то меня смущает. А вот что? Что меня смущает, майор? Язык. Ты понимаешь? Язык. Ну-ка, дай. Ой, my father was, ой, a businessman in Manchester, ой, in the city, and he sent his son, ой, to the Cambridge town, and I was the son. Stupid, ой, and down. Гениально!